Парламент Башкортостана планирует внести в Госдуму законопроект о поддержке изобретателей. По поручению председателя Госсобрания Республики Константина Толкачева его разработает Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. Инициатива призвана стимулировать создание и внедрение в производство новой техники, оборудования и технологий. Нововведение также позволит увеличить востребованность открытий российских ученых на внутреннем рынке, уверены депутаты. Для предприятий, которые разрабатывают и внедряют новые технологии, предлагается создать систему стимулирования. Мы предлагаем законодательно закрепить механизмы продвижения запатентованных технологий и прописать систему стимулирования для предприятий. Внедрение новых технологий связано с риском, и эти риски должны быть застрахованы. Учитывая, что государство у нас контролирует порядка 70% экономики, логично ожидать, что именно государство возьмет на себя обязанности по страхованию рисков. Вот, по мнению республиканских депутатов, инициатива позволит избежать ситуации, когда изобретения российских ученых годами пылятся на полках, утрачивая свою актуальность.